квартире, в которой я прописана. Квартира находится в хрущевом бараке, который находится под снос, под красной линией. Сам барак в плохом состоянии, крыша сломана, окна в данный момент мы можем посмотреть, в каком состоянии. Окна всегда заклеены пленкой. Я поступила в детский дом, мне было 10 лет. У меня не было ни прописки, получается, ни определенного места жительства. И так как у меня здесь была прописана и моя родная мама, и бабушка, и прабабушка, меня просто вписали сюда. Без ведома вообще чего-либо согласия, никого не спросили, просто вписали. Ольга в администрацию Ленинского района с заявлением не обращалась. Сегодня она к нам пришла, обратилась, написала заявление. Мы ей дали перечень необходимых документов, которые предусмотрены законодательством. Часть документов является личного предоставления, их предоставит Ольга. Администрация района также оказывает помощь в сборе документов. И далее этот вопрос будет рассмотрен. В таких случаях, если ребенок-сирота не знает, куда обратиться, ему необходимо обратиться в администрацию района по месту жительства.